Среди воспитанников Сергея Демьянова немало призеров международных чемпионатов. Он президент Федерации карате «Фудокан» Абхазии. Тренер рассказывает, что, несмотря на карантин, спортсмены не могут сидеть без дела и выбросы накопившейся энергии. Именно потому он принял решение провести первый в Абхазии онлайн-турнир по ката-карате и общей физической подготовке. Значит, посредством группы в WhatsApp мы будем проводить отсмотр категорий и выполнение спортсменами ката. То есть спортсмены, заранее отсняв выполнение ката, присылают его до дня, значит, соревновательного, и в соревновательный уже день в группу выкладывается та или иная категория. Ребята, допустим, 6-8 лет у нас там есть такая категория ката, выполняют ката. Потом обычное судейство, как происходит на соревнованиях, только не, что называется, вживую мы смотрим на спортсмена, а смотрим видеозапись с выполнением этих элементов. И, соответственно, оцениваем точно так же, как на соревнованиях. Оценивать будут 5 судей, и из 5 оценок будет выявлено сильнейшее выполнение ката и, соответственно, призовые места. По словам Сергея Демьянова, сейчас сразу в нескольких видах спорта проводятся подобные дистанционные чемпионаты, в основном там, где это позволяют условия дисциплин. При этом очень важно для спортсмена не просто онлайн заниматься спортом, а участвовать в турнире. То есть турнир, он вынуждает спортсмена делать что-то дома на 100%. То есть сам спортсмен захочет сделать лучше других, сильнее других, как говорится, быстрее других и так далее. Сам спортсмен стремится к тому, чтобы его выполнение было гораздо лучше, нежели бы оно было просто во время задания в онлайне от тренера. То есть тренер, на то он и есть в спортзалах, чтобы поправить спортсмена, поддержать его, подтолкнуть морально к лучшему исполнению, так сказать, мотивировать его. А вот условия турнира, они делают это даже на дистанции. Набор желающих поучаствовать в таком вот новом для абхазского спорта формате все еще идет. В этом турнире может принять участие любой спортсмен, да и не спортсмен, не только каратисты, которые знают ката. Для всех остальных как раз и сделана категория «Общая физическая подготовка», и они могут проявить себя в ней. Поэтому заявляться может любой человек. Подав заявку мне в WhatsApp, написать он должен свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, он должен написать категорию, в которой он будет участвовать, и, соответственно, прислать видео с исполнением того или иного упражнения в минуту. То есть видео должно быть снято одним кадром, и это видео, соответственно, 4 числа мы будем уже оценивать. В детском хореографическом коллективе «Амзача» занимается 70 детей. Они, как и спортивные секции, ушли на карантин еще 19 марта вместе со школами. Какое-то время руководитель студии Ольга Денисова думала, насколько это затянется, а когда стало понятно, что надолго, перешла к дистанционной хореографии и практически с нуля разобралась со всеми трудностями процесса. Технически организовать онлайн занятия было совсем нетрудно, потому что программа, через которую мы занимаемся, очень популярна, известна. Это программа Zoom. Ее достаточно скачать на любой телефон. Она абсолютно бесплатна. Вот, поэтому это могут сделать как педагоги, так и родители. Также была, конечно, проблема в том, чтобы организовать онлайн занятия конкретно хореографического плана. Потому что происходит ряд проблем. Это плохой звук, отставание картинки от звука, маленький экран, и ты не видишь полностью каждого ребенка вот в эту же секунду. Ты должен постоянно пролистывать и смотреть всех по очереди. Это, конечно, проблема. Но так как у нас такие обстоятельства, мы должны
привыкать к ним, находить какие-то другие выходы из сложившейся ситуации. И на сегодняшний день для меня это единственный выход для того, чтобы с детьми быть постоянно на связи. Как и в докарантинные времена, Ольга Денисова разделила своих учеников на группы и подгруппы. Более того, в онлайн-занятиях отдельно хореограф рассказывает юным танцорам еще и историю искусства. Наше расписание онлайн-занятий значительно отличается от графика занятий до карантина, потому что, во-первых, детей много. В прямом эфире одно может находиться лучшим, чтобы находилось менее 15 человек, так удобнее. Поэтому я всех разделила на группы. Каждая группа делится на две подгруппы. И занятия проходят для каждого ученика 3 раза в неделю, в зависимости от возраста, время варьируется. Не поверите, но большинство родителей, в первую очередь, были за то, чтобы их дети хотя бы час или полтора в день были заняты, занимались, были под контролем не только их, но и еще своего педагога. Поэтому, конечно, мы очень быстро с родителями нашли общий язык и решение сложившейся ситуации. Педиатр Эсма Гуни отмечает, что в дни карантина физическая активность для детей очень актуальна, и потому прибегнуть дистанционно к занятиям – верное решение. Хореография, в принципе, полезна для ребенка. Она помогает укрепить позвоночник, выровнять осанку, а также участвует в работе мышц и суставов. В сложившейся обстановке в мире ограничение подвижности для родителей и детей в рамках домашних стен для привычной нашей физической нагрузки снижено. Следовательно, проведение онлайн-хореографических уроков является альтернативой для соответствующих движений мышц и суставов, а также уменьшает количество времени, проводимое детей перед смартфонами, перед телефонами, планшетами, экранами смартфонов. Следовательно, онлайн-хореография может быть хорошим стимулом для родителей. Также все наши собеседники призывают к выполнению требований карантина, то есть оставаться дома. Я призываю всех граждан нашей страны сейчас отказаться от лишних поездок, от лишних мероприятий. Ну, дорогие, давайте сейчас воздержимся от этого. Давайте посидим дома 2 недели. Это не так много, но если эти 2 недели помогут всем нашим пожилым людям остаться с нами, жить и радоваться жизни дальше, то, мне кажется, это сделать нужно. Тем более век современных технологий, когда все можно делать через интернет, можно учиться, можно образовываться. Сейчас полно онлайн каких-то проектов, которые проходят специально для вас бесплатно. Можно работать онлайн. Все это не трудно. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы вы поняли значимость этого мероприятия, чтобы вы просто приняли этот факт как неизбежность, что у нас нет другого выхода на сегодняшний день. Сегодняшний день нужно прожить именно так. Дорогие родители, убедительная просьба находиться вам и вашим детям в рамках домашних стен. В наше время есть очень много развлечений, которые можно придумать, находясь дома. В связи со сложившейся обстановкой рекомендовано минимальное нахождение на улице. Многие могут сказать, а что насчет свежего воздуха и гуляний для детей? На это могу ответить следующим образом. Повезло тем, у кого есть дом, во двор выходить можно и нужно. Кто живет на квартире, рекомендуем выходить на балкон, гулять на балконе. А также есть и у кого нет балконов, частое длительное проветривание и нахождение возле окна. Найти занятия для детей на карантине или, как еще сейчас говорят, самоизоляции, не так трудно, как кажется. Современный мир придумал 1000 возможностей развиваться, не покидая комнаты. Мы же призываем ими воспользоваться и остаться дома.
Элеонора Гилоян, Абаза ТВ.